Ну, я, конечно, попробую вспомнить, но... Добрый вечер. Ничего такое. А я думал, вы не курите. Важные гости. Ух, а ты извини, занята, друг. Давай поговорим. Это можно. From the back of the room I hear a voice cry out. You want something good. We'll come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. Say, come on. Да, пап, привет. Hello. Что-то случилось? Сынок, не дозвониться до тебя. Ты чё трубку-то не берёшь? Сынок. Да, я тут на студии, мы над новой песней работаем, вот я поэтому не брал. А, Гриша говорил, ты звонил, денег просил, проблемы опять какие-то? Вы суду доверяете? Нет. Ну, не вам конкретно, я вообще всей российской судебной системе не доверяю. Вы-то что, вы так? Вам что, спустили, вы то и расскажете. Так ведь? Если со мной хоть что-нибудь случится, седой весь город перевернет, я тебе лично пальцы отрезать буду! Ты снимал когда-нибудь квартиру вообще? Нет. Нет! То есть ты не знаешь, что такое снимать квартиру и платить за нее деньги каждый месяц? Сейчас бы как втащил в твою соску тупую. Ты же вообще не понимаешь, что такое переехать в этот город, в этот сучий город, ради своей мечты.